Цика Укрепса – уникальный продукт, аналогов которому нет на рынке. Это эксклюзив от компании Aqualife. Появился он на свет в ходе сотрудничества с уникальным врачом Игорем Зиновичем Кауфманом, который занимается лечением тяжелых заболеваний, и долго вынашивал идею, как создать натуральный энергетик без какой-либо химии и синтетики. И вот в симбиозе, в сотрудничестве с Игорем Зиновичем Кауфманом и компанией Aqualife появился этот уникальный продукт, который называется цикл Крепса. Здесь всего 4 компонента. Экстракты корня солодки, граната, гриба чаги и черной смородины. Что очень важно, экстракты получены при низких температурах, что позволяет сохранить все полезные вещества этих ингредиентов. О том, насколько полезен каждый из них, вы можете прочитать в карточке товара. А я расскажу, зачем вам пить цикл Крепса. Вам не хватает энергии, вы постоянно чувствуете себя усталым, вам трудно проснуться. Вот чтобы вернуть эту энергию и молодость организма, пейте цикл Крепса 2 раза в день. Сейчас покажу, как его правильно употреблять. Внутри пакета вы найдете мерную ложку. В ней как раз 10 граммов порошка цикла Крепса. Насыпаете в стакан, заливаете водой, лучше всего, конечно же, ионизированной щелочной воды 100 мл. Пьем цикл Крепса 2 раза в день. Утром и вечером, но вечером за 4 часа до сна рекомендуется принять, не забывайте, это натуральный природный энергетик. Итак, еще раз, зачем пить цикл Крепса? У нас в клетках есть митохондрии. В каждой клетке их свыше 1000. И вот митохондрии вырабатывают энергию, перерабатывая пищу, которую мы поставляем нашему организму. И если митохондрии, нарушается их работа, мы начинаем с вами чувствовать упадок сил. Вот чтобы вернуть эти силы, вернуть энергию, и устранить дефицит митохондриальной массы, наладить работу наших митохондрий в наших клетках, и надо пить цикл Крепса 2 раза в день. Упаковки, кстати, очень удобные, по 0,5 кг, и есть малыши по 100 граммов. Выбирайте и будьте здоровы!